Не, ну это ж надо было ему зайти в самый неподходящий момент. Господи. Это все ты! Это все ты со своими «давай, давай», пока по телевизору фиксики идут. Я что, виноват, что ты постоянно в своих командировках? Я этих фиксиков, может быть, целую неделю ждал. Вот теперь бери и объясняй сыну еще один большой-большой секрет. Ладно, сыночек, ты все не так понял. Да это не то, что ты подумал, это мы с мамой просто боролись. Папа, а можно вы не будете меня отдавать на борьбу? Да-да, сыночка, хорошо, конечно, как скажешь. Но на самом деле мы с мамочкой, мы с мамой очень-очень любим друг друга. Очень любим. Я видел. Сынок, но мы и тебя очень любим. Не надо. Смотри, ты сейчас все поймешь, ты уже взрослый парень. Мы с мамочкой. Вот, а раньше бабушка с дедушкой. Да! Я больше не хочу приезжать к бабушке на лето. Люди, я начинаю переживать. А вдруг это как-то отразится на его психике? Да как отразится? Ты что, никак не отразится? Ты ж, ну... Я вот в детстве, я тоже однажды застукал своего папу и маму за занятия этим. Смотри, я же адекватный, нормальный человек. Да. Салют. Именно поэтому они к нам больше не приезжают. Не поэтому. Ну, чтоб такие этих негодяев у нас в доме не было, понятно? Я спокоен. Сыночек, давай так по-мужски поговорим. Я сколько раз тебя просил не заходить без разрешения, так? Мне мама разрешила. Когда она тебе разрешила? Как? Я постучал, спросил, можно зайти? А мама три раза очень громко сказала, да, да, да. Нет, сыночки, ну просто мама-мама-малыш неправильно понял. Мама-малыш подумал, что мать в опасности, да. И прибежал нашей мамочке на помощь, да. А сыночек, представь на секунду, что тебе просто приснился плохой сон, да. И постарайся забыть об этом, хорошо? Папа, как мне это забыть? Я вас голыми видел. Сынок. Мы тебя тоже голым видели. Так что один-один. Володь, дай я попробую. Да, пожалуйста. Сыночка, а вам в школе разве не рассказывали, что такое секс? Физрук пытался объяснить, но Мария Анатольевна дотянулась до телефона и вызвала полицию. Ладно, сынок, давай я тебе раз и навсегда попытаюсь объяснить, что такое секс. Да, правильно. А то ж твоему папе никто этого не объяснял. Так, Леся, сынок, не бойся, не бойся. Сыночек, смотри, секс – это то, после чего появился ты. Но вы же сказали, что меня принес аист. Да, правильно, тебя принес аист. Но до этого он еще принес папе две бутылки коньяка, а потом привез тебя. Слушай, смотри, секс – это, как тебе сказать, это такая игра. Игра. А сколько по-другому может играть человек? Человек, ну, обычно, чаще всего, играют двое. Двое. Ну, чисто теоретически можно, так сказать, увеличить. Да, да, да. Нет, конечно, это некрасиво. Но в Швеции, к примеру, играют с целыми семьями. А в этой игре есть проигравшие? Нет, сыночек, в этой игре проигравших нет. Есть непобедившие. Хорошо. Мама, лучше объясни ты мне. Как люди занимаются этим? Аккуратно. Сыночек, вот помнишь, ты однажды смотрел, как собачка залезает на вторую собачку? Видел.
Собачка на одну собачку, потом на вторую собачку, потом на третью. Тогда еще папа сказал, чтоб я так жил. Сынок, давай, 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 я тебе объясню. Так лучше, я тебе без собачек, я тебе объясню так, как это объяснял мне мой отец. А ему, сынок, объяснял его отец, твой дед. А ему, деду, никто не объяснял, он был сирота, он все время экспериментировал. Да. Сынок, мы с мамой, честно говоря, это мы игрались и мы собирали лего. А почему мама была под одеялом? Потеряла детальку на дно. И так и не нашла ее. Я, кажется, понял, чем вы занимались. Ну, прекрасно. Только один вопрос хочу задать. Папа, а ты маму попу пришлепал, потому что она тоже козявки ест? Нет, сынок. По попе шлепал я маму. Это такая детская игра. Так ты вчера на моем планшете правила игры смотрел? Вова, ты что? Ты что вообще обалдел? Ты обалдел, я спрашиваю тебя! Почему я обалдел? Что ты служишь этого мальчика? Я вообще не обалдел. Ты думаешь, что ты делаешь? Я как раз думаю, что ты делаешь. Так думаешь, что ты делаешь? Я тебе сколько раз говорил, что ты у меня нет времени даже. Ты что думаешь, что ты смотрел? Да я знаю, что я смотрел. Ну что, сейчас ругаться будете? Да! Ладно. Но когда будете мириться, закрывайтесь, пожалуйста. Я второго раза не выдержу.